Проект «Губернаторские лекции» возобновился после небольшого перерыва. Напомним, идею организовывать встречи молодежи с различными интересными людьми год назад Станиславу Воскресенскому подсказали сами студенты. На этот раз перед учащимися Ивановского государственного университета выступил ведущий американский политолог, бывший советник президента Джорджа Буша по России и Евразии, директор российского отдела в Совете нацбезопасности США Томас Грэм. Но глава региона представил гостя иначе. У нас сегодня в гостях Том Грэм. Я сейчас вам расскажу несколько вещей про него, которые в Википедии не прочитаете. Вот меня снимают, да, сейчас? Мы потом это не дадим. Мы сейчас вспоминали, что в 95-м году, работая в посольстве в Москве, он шпион, чтобы всех иллюзий не было. Это шпион, который разведчик. Написал статью в независимой газете, которая вызвала скандал по обе стороны океана. И в Москве, правильно, да? И в Вашингтоне статья была о том, что то, что было в 90-х, в России никакой демократии не является, является обычным хаосом и беспорядком. Это вызвало негодование по обе стороны океана. Причем человек очень яркий, известный. Сегодня говорят один из немногих людей, с которым всегда интересно поговорить о том, как мы докатились до такого уровня российско-американских отношений. Об истории взаимоотношений двух мировых лидеров России и США и шла речь в ходе встречи. Ведь Томас Грэм – свидетель и даже участник многих значимых для обеих держав событий рубежа 20 и 21 веков.